Здорово, чуваки. Сейчас начинается новый день. Сегодня наконец-таки начинается день с рабочего времени. Я наконец-таки эти две ночи спал. Нормально спал. Выспался. Первый день я лег в 3 часа ночи, потому что монтировал долго видос. Вчера я лег где-то в 0:20. И все равно сегодня проспал. Вот. Короче, сейчас ждем Егора, потом идем на съемки, снимаем новое видео. Я настыл на тяжелую работу. Я опоздал на 10 минут. Сколько ты ждешь? 10 минут? Ну. Нет. А сколько? Блин, ты бы мне позвонил сразу в 8. Нет. Что за бред? Просто ждал, стоял. Ты же в 8 выходишь, сказал, выходи в 8. Кирилл, ты, у тебя манера не звонить. Зачем тебе звонить? Я ты знаешь... Не звонит, Кирилл. Ты знаешь, что... Поехал. Ты знаешь, что в 8 выходить надо. Давай прицепляйся, Егор. А, не, не за что. Присягивалку. А, вот мы. О, господи. Какой запах. Челлендж. Пристегни велосипед одной рукой. Этого никак не сделать. Ну, Егор, don't trip, пожалуйста. Ну, ты сейчас будешь посидеть. Ой, иди в задницу, don't trip, пожалуйста. Я не делаю... Даже если это был кусок шашлыка с прошлой поездки. А? Кусок шашлыка? Да блин, я вам покажу, я сейчас... Я тебе изувечу просто сейчас. Давай заходи обратно. Это не получится, да? Знаешь, ты такой тут стоишь, я такой сам себя выключил, закрыл сам. Тут стоишь вообще. Блин, Витя, дай ты его мой сам. А, я забыл выключать. Не выключай. Вот ты. Да блин, верни обратно. Главное, я помню, ты запикивал мои маты. Один раз запикал, а раз остановишься, забил. Нет, это не в этом блоге было. В этом блоге, на котором 27 минут идет. Кстати, почему сказал, что я ничего не ставил? Я ставил все вообще, он 27 минут получился. Я не знаю, я ничего... Про что ты говоришь? Про новый блог, который, где мы приняли decision новый. Да, окей, я ничего не говорю, все, нормально. Не, я просто про то, что мы еще там говорили, я в том смысле, что мы говорили еще, у тебя памяти не хватило. Вот, и правильно. Не, я ставил все, кроме воды какой-то там. Все, что ты снимал, да, давай. По памяти мне на все хватило, правда, пришлось сохранять 500 тысяч раз. Рейтинги упадут, мы будем их поднимать, мы будем стремиться их восстанавливать. Нет, так этот коммент убил вообще. Да нет, наши видео никто не смотрит, забейте вообще. Да, они смотрят. Там 0 лайков, 0 дизлайков и 0 комментариев. Кто смотрит это? Вот Тома кто-то смотрит. Вот никто не смотрит. Если рейтинги упадут, все, мы в петлю, короче, закончимся и повесимся, все. Вот сделайте, выработайте такую привычку, что после... Сняли кадр, включили холодильник. Я же про это и говорил. Сняли кадр, включили холодильник, вот так вот. Маня. Вертолет включил. Вертолет мат. И все, почки, назвачки такие. И себе завтра. Ой, не нравится, кстати. Вот так мне было неудобно, я просто-напросто. Это медитация. Рук не было. Так. Кирилл, Максим. Там это, подместить надо. Ужас. Не напоминай.
Короче, сейчас надо снять кадр под кроватью, и я не хочу пачкаться. И совмещаю приятное с полезным. Мы даже сняли очередное видео. Очередное видео. Почему ты снимаешь дверь? Видео. Я камеру снимаю. Почему мы такие убиты, блин? Потому что условия. И сейчас то же самое, то, что, ну, условия просто, то, что мы снимаем здесь и так далее. Убивается только это. Съемки я готов делать даже после работы. Просто сам понимаешь, что главное, чтобы не было условий. А условия всегда такие, что эта квартира — это дикость полная. Я просто так грел себе этой мыслью. Ну, и значит, я не понимаю, что произошло-то, в какой момент. Здорово, можешь сделать сигму, пожалуйста? Иван Куксанов. Ну, я не знаю, как сигны делаются, но это... Да это листочек, типа, листочек, как пиши имя человека. Ну, сочнем, что вот Иван Куксанов, привет тебе. Вот в январе мы все свободны были, в феврале свободны, в марте свободны, в декабре. Но всегда же было очень дерьмовое отношение. Ну, короче, это говняные условия, а Филиппины — это другие условия. Надо не работать, а надо понять, как мы сможем сделать так, чтобы мы были жизнерадостными, нормальными, чтобы мы смогли в этот... И мы смогли четко гореть так, знаешь, такой, у нас будет сохраняться маленький огонечек этого в голове, что у нас там греются Филиппины, но при этом у нас идет постоянная работа над каналом, и при этом мы не вот такие вот. Чувак, давай за 20 минут видео снимем. Не, 15 это много. Тебя за тобой июль вообще. Короче, все, мы закончили снимать видео. Прямо сейчас я еду обратно в ленту и буду говорить то, что, короче, извините, что я пропустил 2 дня. Я, короче, типа болел. У меня не было номера, чтобы кому-то из вас позвонить, поэтому я хочу перевестись на дневную смену, потому что ночью работать тяжелее намного, и я не хочу больше работать ночью. Но все-таки мы еще подумали, так что мы хотим улететь следующим летом, и мы это сделаем. И по поводу того, чтобы пахать на Ютубе, из-за тех условий, которые сейчас здесь в Киришах у нас складываются, мы вынуждены, блин, очень-очень ограничены во времени, очень ограничены в том, что, блин, на нас постоянно оказывается такое давление, что мы не можем полноценно снимать, например, целый день спокойно, размеренно, когда мы можем конкретно прорабатывать кадры и делать прочие всякие такие вещи. У Макса, короче, колесо сдулось какого-то фига. Что, ты сделал колесо? А? Сделал колесо? Оба. А, я думал, ты проколол. Не, у меня продуто было. А? У меня только продуто было, скучно. Егор, чувак, не будет в резерве, он не будет в резерве. Нет? Он не сможет дома просто так сидеть. Нам надо работать в одну смену. Если мы будем работать в одну смену, мы сможем после съемок прийти, допустим, у Егора собраться, да, потому что вечером мы можем это делать. Все после работы собрались, четко часов там 9, пишем какую-нибудь сети и снимаем. И вообще не снимаем ее просто. Можно даже сразу же снимать, я готов к этому, просто... Работа, вот она работа, и мы можем ее создавать. В общем, все планы снова поменялись, и я уже никуда не пойду работать. Все. Нет, я не пойду никуда больше устраиваться. Я понял, что все. Работа над каналом. Только работа над каналом, и все. Сегодня вечером будем встречаться с Максом, с Егором, с Даником все вместе. И будем в последний раз приходить к общему мнению о том, что, скорее всего, мы будем просто заниматься каналом. Мы учимся, а значит, мы можем делать, что хотим. Потому что, блин, я понял, что снова сегодня, когда стоял, с начальницей разговаривал, такой думаю, блин, зачем я опять это делаю? Зачем я пытаюсь снова в эти 12-часовые смены влезать? Я понимаю, что канал, короче, вообще катится вниз, все падает. И я уже отношусь к нему как к какому-то просто жесткому диску, куда я сваливаю видео, которые я снимаю в перерывах между работой, между рабочими сменами. Типа развлекаюсь себя таким образом, при этом сам не особо развлекаюсь даже. Поэтому нафиг все это дерьмо, нафиг работу. Есть учеба, все, я учусь. Я могу 3 года ничего не делать, кроме как снимать видео и учиться. Вот и все, меня реально уже это бесит. Филиппины будут в любой момент, потому что Филиппины — это то место, куда хочется уже просто переехать. Не хочется туда ехать на 2 месяца. Прямо сейчас, короче, вот я сортирую файлы, и вы смотрите. Короче, было бы очень круто. Представьте, мы, короче, работаем настолько упорно, что у нас, короче, много папок с разными видео, которые, допустим, вот заходишь в одну любую папку, так хоп, выбрал. Тут вот есть куча, короче, да, например, вот, и ты можешь, вот, у тебя есть куча материала, да, определенный видос.
Бомс, ты, короче, смонтировал видосик, выложил, и у тебя еще есть много видео отснятых. Хоп, зашел в другую папку, в другую зашел, там разные видео сняты. Как бы, блин, это работа. Посмотри, Макс, как упал уровень подписчиков за месяц, за последние 30 дней, на 46%. Если раньше это было 4-5 тысяч человек в месяц, то сейчас это уже 2000 человек, и так будет дальше падать, потому что канал начал просто загибаться. Здесь в просмотрах, если просмотры раньше хоть и росли, все, и начали понемножку уже падать. Это дерьмо. Это тупая работа, ну чё она, ну даст она найти тебе 18-20 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч в месяц, 100 тысяч в месяц, ну и чё толку от этих 100 тысяч в месяц? Главное просто заниматься собственным любимым делом, которое просто потом тебе будет давать доход последствиям твоих действий. И ты вдохновляешься этим, это раз. Ты высвобождаешь себе свободное время, это два. И ты можешь создавать еще больше, еще круче. Ты можешь покупать технику лучше. Ты можешь делать картинку круче. Ты можешь создавать еще круче видео. Вот, вот чего, о чем я говорю. Я не говорю сейчас с тем, что я заработаю, съезжу на 2 месяца, потом обратно сюда вернусь. Филиппины — это круто, никто не спорит, но я хочу туда переехать, я не хочу туда съездить и приехать обратно. Я туда перееду, и мы туда переедем. Если кто-то... Я, конечно, хочу туда переехать, хотя бы на год, на два, чтобы потом поехать куда-то дальше. Может быть, не поехать, я не знаю. Короче, все, просто работаю над каналом. Егор, если бы узнал, что я снова сходил на работу, что-то там узнавал, он, наверное, бы так захейтил вообще. Да, я понимал в один момент, просто все. Хватит работать и хватит терпеть это дерьмо. Сейчас, короче, еду в ленту для того, чтобы подписать договор о том, что, типа, я работал в ленте, и о том, что, типа, я начал говорить, что я, наверное, не буду работать больше. И мне сказали, что неважно, будете вы работать или нет, вы должны подписать договор, иначе, типа, вам могут перечислить деньги. Вот. Мне еще не доперечислили около 6 тысяч, поэтому я, скорее всего, ну, в смысле, я взял, короче, велик и сейчас поеду туда, съезжу. И надеюсь, что у меня не будет никакой хрени, типа, должен отработать после увольнения, там, 2 недели. Закону. Хотя этот закон, блин, бесит меня, все бесит. Запечатляю легендарный момент. Тот легендарный магазин просто куда-то исчез. Все. Дайте мне, пожалуйста, смонтировать видео. Я уже хочу помонтировать. Почему все эти договоры какие-то есть, заполняю? Блин, бесит. Хочу работать над видосами. Все, дайте мне над видосом поработать. О, все. Допустим, слева основное видео. Под ним написано предыдущее видео. То есть, как бы здесь предыдущее видео написано. Не надо надписи сделать теперь. Я представлял вот так вот. Макс, лучше наоборот делать. Смотри, здесь основное видео, подписка на основной канал. Здесь влог, здесь подписка на влоговый канал. То есть, вот так вот. Погоди, что? Вот, здесь ниже пишешь, это основное видео. Предыдущее видео? Здесь подписка на основной канал. Так. Здесь влог, так. Здесь подписка на влоговый. А, в смысле перевернуть? Да. Думаю, что это, мне кажется, так. Нормально. Ну или так, в принципе, да. 52 и 1. Ну, мастер, спустя 2 часа работы, давай показывай, что там натворил. Заходить на наш второй канал, где мы показываем нашу жизнь каждый день. Вообще кайф. Прям так и хочется тыкнуть. Тыкайте, когда увидите эту кнопочку. Я тоже говорил, что надо любую идею, пока надо только подстраивать. Любая идея, какой бы она ни была, ты всегда ее должен подстраивать под тренд, под то, что Nike будут искать, под то, что будут... Так этого не видно, блин, в нашем канале, чувак. Это не часто видно. Спиннеры были, но они выставили весь. Да, крайне не часто, но было. Это было, но... Но почему вы дальше не начали это продолжать делать?
продолжали, старались. Но мы всегда исходили из того, что есть идея, снимаем, есть идея, снимаем. Да, и да. Сейчас мы будем тоже ходить, есть идея, снимаем. Просто делать надо правильные выводы. Есть а телефон все искали есть, прям. Есть видео исключение в виде телефона. Ну это да, случайность. Это просто попало в рекомендации и разлетелось. Что за бред? Мне надо просто ехать, потому что я заебал. 15 часов работал, господи. Блин, ты не работал сейчас! Я открою. Я работал для наших, и знаешь, что такое? Мне сильно срать было, честно. Ну как идти снимать еще, чуть-чуть хочешь вообще делать. Ну, как ты работаешь? Я что, без ног? Не спя, еще не спя. Не того, чтобы ты да, блин, спать хорошо, не хочешь. Хорошо. Собака такая натренированная, просто этот телефон взял, забыл. У меня жестче это поверить. Вообще, блин, тысячи пудов. Ну, когда начал про мозг говорить, какая у нас мозг сейчас отваливает?